Crusader. Предыстория игры такова. Сооружая станцию на теневой стороне Луны, люди преследовали лишь одну цель – добычу нового радиоактивного материала «Декор». Вскоре станция начала приносить баснословные барыши, но, к сожалению, добыча ископаемых на этой базе оказалась опасным делом. В первую очередь для рабочих требовалось дорогостоящее оборудование для защиты от радиации. Но бизнесмены решили сэкономить, и на Луне появились заключенные долгосрочники. Многие из них очень быстро умирали. Недовольные таким положением дел, заключенные создали сопротивление. Так на Луне началась война. И вы в этой игре, конечно, главный герой, вокруг которого и создан отряд сопротивления, и под руководством которого происходят все события. Игра Crusader — типичная аркада. Запутанные лабиринты лунной базы кажутся бесконечными, но на самом деле в них трудно заблудиться. Все уровни спроектированы так, что к конечной цели могут вести несколько путей. И лишь более сложный обычно является самым богатым на бонусы — новое оружие и боеприпасы.